Почему уроки с внуками? Выйдя на пенсию, пришлось заниматься с внуками, добавляя к их знаниям, которые они получили в школе, дополнительные, связывая успехи естественных наук, физики, химии, математики с повседневной жизнью в современном мире. В наше время практически все пользуются плодами естественных наук, причем многие и не подозревают об их участии в промышленных образцах. Физика и математика. Как-то внешне понятно, что результаты сегодняшних достижений и на производстве, и в быту – это использование физических законов во многих случаях. Однако математика, на первый взгляд, вроде не касается этих достижений, тем не менее играет громадную роль. Можно привести много примеров продвинутых технологических решений. О мобильных телефонах и упоминать не стоит. Как пример можно привести это наличие дисков DVD и проигрывателей практически в каждом доме или приводов для чтения дисков компьютера. Однако немногие знают, лазерные блоки в этих устройствах созданы в том числе благодаря решению дифференциальных уравнений второго порядка. То есть физика и математика связаны настолько, что без глубокого изучения математики изучать как предмет физику можно только поверхностно. Тем более, что на различных вступительных экзаменах, выпускных тестах, олимпиадах требуется знать не только законы физики, но и уметь решать множество задач. А там без математики. Все задачи, которые приходилось решать с внуками, решено представить для помощи другим, у которых по разным причинам нет возможности получить подсказку или консультацию. Но есть большое желание узнать, как это можно решить. Поэтому объяснение решения задач, которые приходится решать из множества задачников, представляем вам для помощи. Начинается с малого и со временем будет добавляться новыми решениями.